Друзья, всем привет, добрый вечер. Начинаем нашу очередную серию скилл-тестов. Скилл-тестов балансов. Давай, надо тащить хорошенечко. Надо этот аккаунт тоже приподнять. Инквизитор 150 ПТСов, надо до 200 добить. Так, есть у нас первый оппонент, The Whisper. Whisper. Ой, так. Hi, good luck. Ну что, покажем скиллуху. Подожди. Покажем. Рашка. Рашка Риза. Ой, блядь, какой гной. Этим не сильно покажешь скиллуху. Но пока... Нет, как раз такими, наверное... Как раз таким фуфлом и покажешь скиллуху, честно говоря. Но хотелось бы чуть посильнее, что ли. Что-то... Ну, 4 лошадки только из приятного. Ладно, спокойно. Спокойно, господа. Сейчас разрулим. Так, чатик не подрубил. Секундочку. Чатик, чатик. Наш любимый чатик. Где наш чатик? Так, а вот наш чатик. Опа. Все, вижу, вижу. Сообщений. Так, вижу два зрителя. Сообщений пока по нолям. Все, буду посматривать. Так, господа, поехали. Первая катка. Вот такой у нас Рашик. Начинает не КВН, а на прокачку. Есть под волну кулон. Против нас, кстати, Риза. Такой. Типа маг, но он такой боевой маг. Так, скелет пустой, как барабан. Так, есть хоста, есть там... Кстати, я накидку одену, я уже вижу. Я уже вижу, что накидка по-любому будет. Если у него тоже будет накидка, я согласен с ним помахаться на статах. Ну, это такой умный, еще посмотрим. Так, вода-воздух, вода-воздух, именно. Поехали брать. Мимо, мимо. Пока все мимо. Да дайте хоть. Ну, землю дают, но земля тут вообще без ничего. О, да лучше мораль тогда. Если уже не стихия, давай уже мораль. Так, Рашик у нас 6.11 собрал. Ну, там типа берса есть, но неинтересно мне берса. Нормально, у нас в принципе даже без воды, за счет усилка, у нас хорошая будет. Хорошая болтяра будет ледяная. Мы сейчас ее еще и усилим. Так, нежить я брать не хочу. Хотя, у меня эксперт. Может, и могу себе позволить. Сейчас давай посмотрим по денюжке. По денюжке. Не, не будем мы брать, я уже вижу. Тут намного, намного есть полезнее, ребята. Прям намного. Так, у нас, да, у нас три вакантных места. И их занимают вот так вот. Так. 1480. Давай, пикинеров. Ну, даже штука осталась. Но зато мораль в плюсе. Я мог взять минотавров, честно говоря, но уже так. Так, благодаря тому, что у нас... Вот так, да? Давай, самые крутые будут вокруг лошадки стоять. Так, я готов, погнали. Одиннадцать восемь. А, ну ничего, у него там какие-то големы даже есть. Давай, мы вот этих пиратов хотим убить сразу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так достаем. Так, ага, он меня тоже кругом достает. Можем стать. Можем стать. Как мы можем стать? Да, в принципе, давай сюда. Всех сюда наверх свистать. Это у него скорости две. У меня, кстати, тоже одничка есть. Ну, атакуй. Атакуй. 19 боевых. У него 3 СП, это стрелка.
Големы проблем. А вот и да, пошла жара, да? О, пошел, пошел, как. Пошла разминочка. Так, и три, еще три стрелки, да, у него? 59-72. Кого лупануть? Наверное, ангела, его сложнее всего убить. Хотя на ангела мы можем навалиться прям жестко. Жесткой толпой можем навалиться на ангела. Мне нравится эта идея. Я думаю, мы его запинаем, да. Надо всех вокруг лошадки концентрировать, чтобы меньше получать. На, сука. 3 хп. Палатку мы не выбьем, да, получается? Да, не выбиваем мы палатку. Не получается. Ладно, убираем это говно. Жалко, не каменил. Я рассчитывал. Он еще ману не пополнил. Поэтому для него это печально закончится. Палатку под снос. И теперь я големов тут, блин, накажу. На, блин. Умник хренов. Сюда. Сюда победку. Выдано, блин. Поехали, next. Шива. Шива в Шива против Даймриф. О, уже чуть получше. Ой-ой-ой, по статам хорошо. Да, exact. Опять, кстати, волна смерти. Мы все-таки верим в нее, да? Игра мне дает еще один шанс на волну смерти. Так, 14-3-5-5. Хорошо. Опа. Блядь, ну хорошо, но не вовремя. Нету мне. Нет у тебя места. Ой, блядь, что ж так печально-то? Ну что ж такое? Как не юниты фуфло, так теперь магии нет. Игра решила меня погонять, да? Так, земля-воздух, типа, да, вижу. Земля-воздух вижу. Стрельбу пока не берем. Тактику надо взять. Там типа маг, да? Значит, надо хастуба желательно. Ну, хотя замедло тоже подойдет. Моральку берем. Ну да, придется, наверное, тактика. Будет чисто воин, короче. Чисто воин. Без стихии. Есть дракон, в принципе, с 19-й атакой. С 20-й, на секундочку. Да, нихера не дали, блин, вообще. Вообще нихера не дали. Не, ну кулон пусть висит. Будем слепить, да, у нас цель слепить и убивать. Так, не тратим деньги на пустую фигню всякую. По армейке более-менее. Могло быть чуть лучше, но в целом нормально. Скоростных не хватает. Ифритов там каких-то, не знаю. Птичек там. Ага, уже плюс один. Еще и морали не сильно вытягиваем. Все разное просто. Взять водяна, кстати, неплохая тема.
Тысячи. Да, наверное, водянок возьмем. Вдруг там вода, то хотя бы защита будет. Но у меня сомнение, что там вода. Ладно, берем тогда демонов, наверное. Тут цель побыстрее его выбить. Поэтому мясом. Попробуем задавить его мясом. Давай вот так. Есть тактика. Мы сейчас растусуемся и ворвемся. Снятия жалко нету. Поехали. Понабирал тех пауков чертовых, я понял. Понабирал пауков. Так, они с восьмой скоростью, бляха-муха. Плохо. Плохо, что они все с восьмой скоростью. И достают меня прям все. Но самые опасные вот эти, которые от ответки могут, да, взорваться. Так, но вот этих мы можем выдвигать. Этих не так жалко. Поехали. Жалко, я не успею заслепить птицу. Кстати, единственное, кого мы слепим, это птица. Вот это прикол. Надеюсь, он на вейте станет. В принципе, у него армии да нету. У него 6 птиц и 2 костяных. Птиц мы можем заслепить, а вот что делать с костяными? А, ну в принципе он так решил. Нормально, кстати. Это для меня еще нормальный вариант. Более чем нормальный вариант. Опа, и нету, да, машин? Закончились. Но я бы пульнул бы, если бы не одно но. Так. Давай так. Где-то так. И где-то вот тут, наверное. У него все равно базовый этот. Проблема в костяных, да, у нас? Что делать с костяными? Давай стрелять. Ну, жалко девочек, но что делать? Перебьет. На, блин. Ну, понятно, что у тебя болт, а чё я не удивлен. Так, это пока не проблема. Но этого мы не можем заслепить. Можем дать хаст в коняку. Сейчас, дайте подумать. Дайте подумать. Да, надо в хаст коняку давать. Блять! Именно коняка пропустил. А что-то минус 2, твою мать. А, дракон, ну... Дракон Драконович, да? Я понял, дракон решил все пропустить. Надо труп перекрывать. А то еще ж подымет двух драконов, ну тебя нахрен. Мне кажется, там есть анимейт. Раз там два дракона, скорее всего, анимейт. Ну, это такая логика у меня. Вроде простая, но... Сейчас лошадка отлетает. Скорее всего. Нет, не лошадка. Чем ему не понравились эти? Блять, проснулась птица.
А у чувака минус 2 нет, типа, блядь, не работает, да, на чувака, я понял. На чувака минус 2 не работает. Блядь, а как ты стал, Димон? Под прожих, типа? Вот тупо под прожих, да, стал? Дракон жалко, блин, это. Скорость единичка. Я тут проигрываю, блин, пока что. 21.36. Надо типа бить. Ну типа так, да? О, так, сейчас, дайте сообразить. Да, печально все выглядит. О, можем сейчас, да, хернуть его. Надо снимать ответку. Дракон всех достает. Не, ну если там рес, то извините тогда. Тогда никак. Я только анимейт подозревал. Если резурект, то не перебить. А что он сделал? А, лечение кинул. Нет там ни хера, да? Сюда катку, get over here. Да есть же, там книга воздуха была. Прекрасно. Ну, может там и был поднятие. Но я уже отыграл, как есть поднятие. Так, Тавин. Ну, раздача была дерьмо полное, но мы потащили. Тавин, Калх. Есть ангел, приятно. Так, вот это ничего. Вот это типа... Ну, вот это плохо. Вода. Короче, вот это хорошо. Антиболт есть, шапка, фангармы, все дела. Тут типа по статам круто. Шапки нету. Без шапки мы против... Хотя против Калха можно катать без шапки. Сейчас думаю. Ну тут вариант либо вот этот. Либо вот этот. Но здесь статов типа нет. Но здесь много знаний. 7. Антиболт и фангармов пачечка. И СПшка будет четвертая. Скорость 2 кольца. Так. А здесь тупо статы жесткие. Не, вот это мне больше что-то нравится. Тайвин у нас и так, типа, с нападением. Типа, со статами врожденными. Так, 3-1-5-8. Хорошо, только дайте мне нормальную сдачу. У меня за две сдачи там что было? Какая-то грусть-печаль сплошная. О, ну хотя бы льдышку. Хотя бы льдышку. Так, базовый доспех, интеллект. Но, опять же, мудрость, опять же, брать нечего. Вот нечего там брать в мудрости. Пробовать цепить воду. Давай берем деф. Не, давай лучше тактику, наверное, чем деф. Мораль, да.
Ну, давай тактику. Потому что воды, скорее всего, не будет, да? Да, воды не будет. Ну, у нас есть ледышка. Без воды, к сожалению, но все-таки она будет наносить. Сопротивлялка, защита, силушка, продвинутый. Давай еще силушку. Ну, такой себе. 6-5. Но есть големы. И есть фангармы, поэтому нормально. Големы, фангармы, нормально. Так, подожди, тут еще червяков 6 штук. А мне хватит на... На все про все. Не хватит, да? Блядь, 2500. Ну, големов надо было по-любому покупать. Тут как бы без базара. А ну, сейчас, секунду. Там кошка какие-то звуки издавала, надо было чекнуть кошку. Мы чекнули кошку. Так, вот эти ребята, да? Ну, броненосцы уже не тянутся? Не тянутся. Давай кого-то загрейдим. 150, ну вот этих. Так. Давай их вот так. Даже лучника одного отделим лучше. Так, я готов. Поехали к бою. Восемь, 12, 1, 5. Ну, как бы. Not bad. Так, опять ты везде долетаешь. Ставит его по центру и долетает. Ты посмотри. Так, 6 червей. 6 червей вот сюда. Не, давайте будет здесь где-то ответку снимать, типа. Типа для снятия ответки. Даже если он берс бросит, я подставил ему лохов, поэтому нормально. 20 боевых, у меня 11. О, он купился на эту херню. Ну, вряд ли там рез, честно говоря. Но могу труп сожрать. Понятно. Понял тебя, друг, понял тебя. Спокойно, спокойно. Чё началось? Чё началось? Навалился так охеренно жестко на меня. Так, давай бить этих. Так, сносим чудика. Ага, вон оно как, да? Вон оно как, Михалыч. Сюда катку, у парня сдали нервы. На одной хосте, блин, отсосать. Не выиграть. Не, ну, можно на хосте выиграть, но надо очень многое. А не вот это вот убожество, что у него. На этом не выиграть. Go. Go last. Давай, парень. Ксерон у нас. Ксерон. Ксарфакс. Два огненных типа. Блин, накидочка чуть не та. Ну ладно, может и та. Опа-па. Опа-па.
Вот это мне нравится. Сейчас с золотым луком. Я тут сюда посматривал, типа шапка. Шапка латы, типа есть щиток. Но здесь-то шапка латы и щиток-то поинтереснее. Да еще и мечара есть. И золотой лук. Ну, золотой лук херня, честно говоря. Тут арбалетчики есть, орки. Но все равно, пусть будет. Ну да, да-да-да. Это имеет смысл. Так. 6, 15, 2, 4. Пойдет. Ну, скелетик так себе. О, пойдет. Опять, блин. Опять не дают ничего в третьих левелах. Ну, окей, я буду играть чисто 1-2 левел. Играем без мудрости сегодня пока что. Так, вода мне не интересна. А вот что мне интересно, так это... Что мне интересно? Атаку, наверное, взять какой-то. Offense. Offense было бы норм. А вот и он. Все, вместо мудрости берем offense. Идеально. Хороший воин, типичный воин с хастой, со всеми делами. Что может быть прекраснее типичного воина? Еще атака, защита, атака, щит. 11, 24, 4. Ну, мне хватит, наверное. Давай, чтобы подольше СП держалось. И болт был посильнее. Манны мне хватит 40, чтобы его ушатать. Даже если там резурект, мне все равно хватит. Так, давай мечей. Мечи арбы в студию. Так, 3500 бабла. Ну, у нас остается вариант взять кого? Орков не хочется брать. Давай этих возьмем. Земляных элементалей. Нормальные парни. Или давай возьмем вот этих. Василиски. Да, Василиски могут делать серьезные дела. А уже на сдачу купим землянок. Сколько там потянем? Даже всех 4 потянем. Давай их сюда. Так, вы здесь, ребята. Так, вы тут. Вот так. Наверное, вот так станем. Хотя арбалетчики тут особо. Хотя с золотым луком, да? Угу. Арбалетчики с золотым луком. Ну вот так давай станем. Блин, а стоп, а нахера я СП покупал? Ладно. Это ошибочка. Надо было 50 маны лучше купить. Ну, будет 40 маны, зато 9 СП. Ну, мне хватит. Видно, что здесь хватит. Так, огнешар, там все дела, да? Огнешар, там все дела. Так. 12-я скорость. Но мы хастанемся, поэтому надо выдвигаться. Мы хастанемся активненько. Если успею, да? Давай сюда, наверное, поставим. Куда тебя еще ставить? Поехали. Так, 9-9. 18 боевых, у меня 19, 29 у меня. Ну, сейчас хаст и врываемся. Вот тебе и ох. У него есть могучий огнешар, наверное, да? А, контрудар. Да не, контрудар, дружище. Контрудар здесь не канает. Так. Отлично.
Феечка 55 откусила. Просто принцесса. Так, этого мы сейчас зарежем, да? С болтиком получили. Неприятно, но терпимо. Так, wait, wait. Давай, wait. Меч зарежет этого упыря. Он пытается выбить птицу, но бесполезно. Ну вот добил феечек. Так, дальше идем. Ну да, птичку надо убить. Да, попался, да? Я хоть где-нибудь попался. Все, трупы перекрываем, а то маны там до хера. Мне сюрпризы не нужны. Не получилось у него убить. Сюда катку. Give it to me. 4 катки у парня взяли четко. Так, сеньор Владимирович к нам залетел. Сеньор Владимирович. Поехали. Даргем. Даргем Даркшторн. Даргем Даркшторн. Опа-па. Воздух, да? Со всеми вытекающими. Тут две шапки. Да-да-да-да-да. Воздух. Тем более под мага. Тем более он воздух любит. Так, ну давай думать, как тут стать-то. Ну это даже лучше, наверное, минус мораль, чем плюс одно здоровье. Хотя у нас почти плюс 3 уже. Не хватило до эликсира опять самую-самую малость. Так, скелет пустой. Ледышка есть, кстати, измен. Ну, шрайны, кстати, пока во всех играх были убогенькие. Шоколада я пока не видел. Ну и хорошо, шоколад пусть будет потом, я пока и так справляюсь. Так, воздух, мораль. Другого варианта тут не вижу. Спасибо. Спасибо, что не заставили меня мучаться долго. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо. Десять, три, семь, десять. Земля. Силушка. Камнекожечка. И знания. Так, отлично. Ну, 8 СП мало. Естественно, будет 9 СП. 110 маны нам точно хватит. Так, 275. Так, супер. Мне нравится. Мне все нравится. Даркшторн. По морали у нас, в принципе, нормально. Можем коней позволить. Кони, мухи. И гоблота. Еще и грейдженная будет шикарно. Не, отлично. У нас все есть для врыва, но ставка больше на гипноз. Тут врыв-то особо мне не интересен. Толку мне с того врыва.
Вот гипноз более интересная тема. Но может и ворвемся. Сейчас посмотрим. 10-3, 9-11. Если там какие-то пауки, допустим, то почему бы не ворваться? Так, это у меня будет 6 СП, это 200, да? Да, 200. Но ангела забираем, если без всяких колец здоровья, то ангела мы забираем. А там девил, да? Кстати, можем хастануться, чтобы поубивать этих упырей. А, там 6 быков, блядь, нихера себе, только сейчас увидел. Только сейчас увидел, что там 6 быков. Такая себе темка, не очень приятные они. Пять, девять, пять. Ну, типа Девила забрать. Так, 7 плюс 5, 12. Мы даже не обгоняем. То есть хоста особо ничего не дает. Вот в чем проблема. Хоста тупо я не обгоняю его, получается. Ну да, есть болтяра. Есть гипноз. Но мы не обгоняем его. Я не убиваю джина. Давай вейт. Посмотрим, что он кастанет. А что там по морали, кстати, у него? Минус 2. А, ну он стрелочку бросил. Он бросил стрелочку. Значит, мы хаст даем. Да, мы даем хаст. Надо выбить всех джинов ебаных. Извините, блядских. А то пока что они накастовали дерьмо, но вот дальше накастуют нормально. То есть сейчас надо устроить геноцид джинов, естественно. Геноцид джинов, а потом заберем дьявола. Кстати, хорошо стал. Так. Ну, бить бычка я не хочу. Муха, надо снять хасту. Мухой снимаем хасту. Дальше. Забираем Девила. Так, муха отлетает. Нам нужна первая скорость при любых раскладах. Так, и начинаем работать по бычаре, да? Крепкий собака, бычара. А, хорош. Не добил. Не добил он его. Так, давай. Ну, теперь все проще. Это дерьмо нахер. Два бычка осталось. Не пропускают, к сожалению, пока бычки. Ой-ой-ой, а как ты уцелел? А как ты уцелел, друг? С
Сюда нахер, умник. На нахер, да есть же. Сюда эту катку. Неплохо, кстати, 6 быков под резуректом. А он там стрелочки бросал. Бросал стрелочки, типа ничего нету. А там хопа рез. Поворот такой. Так, Сандро. Сандро Ксерон. Казеха у меня. Хорошо. Оу, опять воздух. Еще и вот эта штука, бляха-муха. Некроман же мораль не возьмет. Плевать на КЗ, наверное. Просто плевать на КЗ. Мне мораль очень нужна. Ну и книга воздуха. Книга воздуха так, прилагается. Мелочь. Мелочь, но приятно. Так, 1-3-7-4. Дух уныния. Не думаю, что я его одену, но пусть будет, посмотрим. Так, шрайны у нас, ну, хотя, арес. Да, шрайны начали подниматься, это уже интереснее. Шрайны интереснее. Так, воздух, огонь, да, получается? Нам надо две стихии вцепить. На крайняк земля еще годится. Да, земля годится. Воздух, земля, огонь. Поехали лутать. Принято. Что еще? Воздух, принято. Блин, ребята, я так все не возьму. Даже воздух не докачал, получается. Настолько все заходило, так еще и огонь зашел. Даже вода была неплохо. Не, супер, 2-5-10-8. Гипно жалко не докачался, но все равно 270, а болтяра вообще лютый. Так, армейка еще хорошая. Тут тебе прям все. Так, стоп, ребята. Не раз это самое. Не раскидываемся баблом. А, уже раскинулись баблом. Черт. Ладно, на этих не хватает, на виверн. Давай тогда вот так. Ты тут с этими, с кентаврами. Бычки. Не, бычков давай сюда с мухами, а мы тут с лошадками потусуемся. Нормас. Вот так вот хорошо. Стрелка даже лютая у нас. Можем экономить манну. Ксерон с тактикой. Ну, посмотрим, пускай врывается. Если он так хочет, пускай врывается. Поехали. MQ Nubs. Ну, что-то он проигрывает до хера. Так, 15-8-4-8. Ну, СПХ небольшая. Мы можем, кстати, Джина забрать сразу же. Не отходя от кассы. Я думаю, мы так и сделаем. Ну, сейчас посмотрим, какие у нас заклинания. Есть Resurrect. Есть даже Гипноз. Ну, так и начинаем, хули. Тут вейт. Угу. Ну, снятие так снятие. Снятие так снятие, да? Так, одного ифрита ушатали.
Давай пока вейт. Блять. Но муха выжила. Муха выжила, это главное. Так, давай снимем тогда ответку. Дальше. Забираем опять гипнозом. Даже ответку снимем, да? Нахер пошел, ублюдок. Ну сейчас, если будет резурект, то я им, Алёха, удивлюсь. Удивлюсь и все. А, нет, снятие, снятие. Давай так. Хорош. Нахер этого ифрита. А чё ты там верхом полез, дружок? Вау, у тебя ударка есть. Неплохо. Вот это неплохо. Отдай мне обратно этого парня. Ах ты ж скотина, блин. Ты понял, что он творит? Чё творит чертяка? Разморалился, блин. Ох ты, разморалился, дружище. Пошел нахер, мальчик. Так, ну там мы болтом прибьем. Серьезно, блядь. Вот серьезно, блядь, резисты высрал. Ну, камон. Просто кумарищий камон. Давай, придумай что-то такое, блин, охеренное. Снятие, снятие. Смешно. Смешно. Хотя можно было бить, но я хочу бычком ударить. Шестьдесят восемь. Ну сейчас должен сработать болт, иначе не, стрелку бросим. Мы не можем рисковать, поэтому будет стрелка.
Молодец. И кидай сюда что-то там. Что-то бросай туда. А, ты решил меня убивать. Гнусный ты тип, блин. Нахер пошел. Сюда катку, да есть. Get over. Что там выдумывал? Это неизбежность. Это тупо неизбежность. Но Владимирович хочет... Хочет все-таки взять каточку. Так, что-то тупит. Или игра тупит, или Владимирович тупит. Похоже, игра тупила. Он уже взял артефакт, такое бывает. Аламар, блин, нихера себе. Ну, Аламара можем не одолеть, но будем пытаться. Есть, да, против Аламара темка. Я ее сразу. Там, конечно, плащик скорости смотрится, но надо Алам... Ну, если у меня будет тоже резурект, я поменяюсь, я не против. Сейчас посмотрим, будет ли у меня резурект. Поднять мертвецов есть, кстати, да. Это не совсем и резурект, но... Но-но-но, у нас есть кого подымать, и маны до хрена. Так, это меняет суть дела. Земля, да, получается, нужна? Земля или тактика? Спасибо. Спасибо, что я долго не думал. Не, мне надо землю заэкспертить, там замедло. Вот, базовую тактику мы возьмем, базовый доспех мы возьмем. То есть, Катюша будет более-менее упакована. Атаки защиты, знания защиты. Так, 13-130 маны. Купить еще знаний, типа, чтобы маны было вообще немерено. Ударки нету, вот в чем беда. Давай, попробуем Аламара чисто по мане даже переехать. Почему бы нет? Почему бы его не переехать? Так, меняем. Нам, в принципе, 8 СП достаточен. А минус 2? Минус 2 морали, это сильный удар может быть. Так, костяной дракончик. Блин, сдали много пауков. Не знаю, что с ними делать. Так, мелочуху всю перемалываем, да, получается. Просто всю в перемолку. Нам как раз надо... Сколько это? О, 74 скелета, это не хвост собачий. Пойдет. Под анимейт. Здоровья жалко нет никакого, но ничего. Так... Ну, фен, да, понятно, мы его возьмем. И набрать, типа, этих, блин, этих самых. Автоматонов тупо понабирать. Так, у нас еще плюс 2. Ну, автоматонов берем. Денег просто много. Мне их все равно тратить на что-то. Две 700. Давай загрейдим скелетов. 1200. Плюс 1. Ну, медуз, наверное, возьмем. Как раз 1200. Так, как мы станем, да, я подумаю. Дайте подумать. Дайте мне подумать. Ну, пауков раскидаем, получается. Попробуем их закинуть в самые неудобные места. Поехали. Так, у него 75 маны. И это Аламар, типа.
По-моему, я Аламар. А не ты, дружаня. Так. Да, будем закидывать пауков в самые неприятные для него места. Ну, понятно, что поднятие есть. Замедло бросаем. В первом раунде замедло. Дальше. С чего начинаем работать? Да, вот здесь можем и прожечь нахрен все. Или мы лучше туда закинем кого-то, да? Палатку еще можем. Давай палатку выбьем. Прекрасно, ворвались. Ворвались в него лихенько. Так, и что сеньор Владимирович придумает? Щиток придумал? Вау. Хотя неплохо. У меня ударной магии нет, поэтому щит здесь даже очень хорошо. Придется рукопашиться. Кстати, наш кулончик плюс дракон делает дела, я смотрю. То, что надо. Я то, что надо... Ух ты, сейчас скелеты как придут. Ох, как придут скелеты, тебе мало не покажется, друг. Я иду. Я иду по твою душу. Так. 68. Ну, убить нежить больше мне нанесет вреда, чем ему. Ну, давай сюда, наверное, куда еще бить. Ой, больно-то как. Так, будем чудика, наверное, жарить. Или вот эту штуку, птицу грома. Не, птица грома пока пусть поживет. Так. Нахер это дерьмо. Давай, друг, пора тратить манну. Не на щиточек, а на поднятие. Скелет 82 нанес, кстати. Ну, а мог нанести 150, там разброс большой. Скелеты, конечно, могут быть зверские, а могут быть так себе. Как повезет. Блэс не кинешь на них. Поэтому скелеты всегда остаются лотерейными. Да, пауки для него очень неприятные. Они кусают, а убить их не получается, да? Хорошо. Нормальный махач. Давай. О, потратил наконец-то манну, блин. Плохо, что он сейчас не даст мне поднять, да? Не, даст. Он что-то мог сверху ударить, перекрыть труп. Ну что, дружаня, начинаем
Экзекуцию, блядь. Готовься, нах. Так, кого будем херячить? И вейт. Жестко. Колечко. Колечко лупит. Вау, ты труп перекрыл. Вот это круто. Вот это круто. Как же он катает. Просто божественно он катает. Так, хорошо. Поехали далее. На, блин, как дела? Давай колечко сюда. Убьешь всех пауков сразу. То, что надо. Это что было? Волна смерти? Капец ты жесткий. Вместе со своим эльфом все улетело. Так. Ну. Нам-то особо... Можем обновить замедло, наверное. Вот тебе и Аламар, да? Вроде и статы есть, и резурект есть, и ударка даже есть, хотя она херовая, но все-таки есть. И такой беспомощный Аламар. Просто беспомощный. Какой ты жесткий тип. Чё творишь? Чё началось? Всё, дружаня, пора помирать. Хуяк! Сюда каточку. Кстати, у него была волна и кулон смерти. Он кулон не одел. Он взял другой артефакт. Так, у нас сеньор Бидли. А там Катерина. Бидли против... О, хорошо. Ну, земля похуже. Здесь лотерея. Тут книга со статами магическими. И даже немножко боевых есть. Чуток, но то, что надо. Кистень. 7087. Хорош. Есть Балтиара. Есть Огнешар. Но у нас есть все равно вода. Но есть варианты выбрать... Сейчас, давай посмотрим. Опа. Потому что Бидли может воду не взять. А воздух у нас есть. Не, ну у нас остается вода и мораль. Водичка и мораль. Водичка вряд ли, а мораль должна выпасть. Надеюсь. Пока все мимо. Пока все мимо. Не, земля точно не для нас. Огонь точно не для нас. Вот она мораль. Поздновато. Но плюс один тоже ничего.
Знание. Атака. Атака. Защита. 13-3-10-9. Ну, мне вроде хватает. Эспехи хватает. На армейку потратим. Да, давай так. Ну, если прям останется 1000, то я потрачу. Я честно потрачу, если останется. Но у меня сомнение, что у меня останется. Вроде, я смотрю, армейка здесь, дай боже. Дай боже. Мы ее берем. Все эти наши ряды пополняются суровыми воинами. Серьезными такими парнями. Что там у нас? Плюс один даже еще. Хорош. Так, ну грейдимся. 3000. Ого. А что так много-то денег? Ну ладно, давай возьму 11 СП. Я понял, понял. Или подожди. Сколько мечи стоят? Да, 2000. Как раз ровно. Берется 11 СП. И берутся 4 меча. Ой, чуть не перемолол их. Нам не... Здесь нам не надо молоть. Так, одеваем эту штучку. Кто куда станет? Так, фен. А давай фена сюда. Вот этого парня здесь. Вот так, наверное, да? Вроде неплохо. Вот так даже. Да, так мне нравится. Пойдет. Погнали. Восемь, 22-2. То есть ты все в защиту вложил, да? Защита прежде всего. Так. Попробуем закинуть парня. Давай как-то так станем. Поехали. Что у нас есть? Есть лютый болт. Можем выбить сразу у него минотавров. Самый скоростной юнит. Да, наверное, так и начнем. Так, тут вейт. Слабость, блин. Ну, слабость — жесткое заклинание, я не спорю. Наверное, самое жесткое, что можно было применить. Есть продувочка. Бэмс. Так, я хотел другим кем-то бить, но придется мечарой, да, херячить. Сюда катку. Все очевидно. Владимирович смирился, что тут никак. Просто никак. Гага. О, это серьезный уже парень. Так, ку, поехали. Так, у нас Джилу против Илора. Джилу против Илора. Так. Ой, блядь. Какой же... Какая... Блин, даже не... Это не грязь, это говно. Это такое говно. Капец. Как играть? Ничего нету. Похоже, заливочная наша. Статов 0 боевых. Магических 0. Играть нечем. Ну, мы возьмем воздух, типа, но... Он такой, чисто смешной. Чисто две книги положили, но без нихера. Просто без нихера. Да, похоже, залетел Гага и на шару сейчас выиграет. Тупо на шару сейчас выиграет. Я ничего с этим не могу. Но есть маленький шанс, что он будет пустой.
А я буду с воздухом. Ну, давай пробовать этот шанс ловить. Шрайны тут, конечно, убогие. Хатки убогие. Вот оно должно все в кучу свалиться, да? Так, воздух тактика, наверное, так. Сейчас еще Джилу не возьмет воздух. Да, он хочет воду. Ну, давай, бери воду. Мы взяли тебе и то, и другое. Вообще не качнул ни СП, ни знаний. Для Джилу это неинтересно. Нафига, нафига мне ваши знания? Да? Да уж, Джилу. Джилу настоящий упырь. Но будем пробовать таким даже упырем покатать. Но мне кажется, тут... Скорее всего, там, ну, раз у нас так слабо, то у оппонента там очень сильно. И если он правильно распорядится, шансов нет. Есть маленький шанс, что он неправильно распорядится. Ну, вот на него будем рассчитывать. Плюс вот водянок возьмем. Вдруг там вода только. Мы защит накидаем. Так, у нас плюс 2. Кого можем еще купить? Нам бы бесы не помешали, честно говоря. Маны нихера нет. Вот, так. И. Ноль денег, значит, либо гоблины, либо эти. Давай возьмем гнолы, они поплотнее. Чуточку плотнее. Больше здоровья, больше атаки, больше защиты. Урон больше. 12 штук. Количество только меньше получается. Давай вот так станем. Так, это одеваем. Ну, выглядит... Я и так, в принципе, выжил с такой сдачи. По-моему, такой максимум. Но нас сейчас задавят, скорее всего, каким-то таким жиром. С мальцем таким конкретным. Я думаю, сейчас так и будет. Владимирович нас покинул. Понятное дело, сколько он отлетел. Так, ну что, идем получать от Гаги люлей? Поехали. Ну вот, а чё, а я о чем говорил. 15 СП с драконом. И есть ударка. Если есть ударка, то все. Не контрится ничем. Может быть, ударки нет. Он типа кинет за медло. Попробует ворваться в меня. Но я думаю, что так. Сейчас прилетает либо болт какой-то. Ужасный. Либо вот кольцо холода вот сюда вот. Кольцо холода вот сюда вот. Прям, мне кажется, и напрашивается. Там минус 3 морали, но его... Мое минус 2 даже получается. Я мог бы дать хаст. Да, кольцо холода. Я же говорил, что кольцо холода. 120 на минуточку. Это много. Ну, я так кину на змея эту... Движуху. Блять. Ну, так вообще шансов не дает игра. Игра убивает просто в зародыше. У меня две дизморали, у чувака основные походили. У меня основные пропустили. Ну, сейчас попробуем хаст кинуть какой-то, не знаю. Давай как-то так. Попинаем дракона, да, типа? Блядь, я чё так стал? Ну, здесь нечего делать, чёрхи. Я-то, конечно, хотел бы покатать там как-то, чё-то раскатать.
Покатать, раскатать. Так, 133. Ну, это при условии, что там нет ничего, кроме воды. А я думаю, что там что-то есть еще, кроме воды. Но он добивает змея, у меня остается катель. Но я не вижу здесь шансов. Я буду пытаться, конечно, до последнего. Если я сейчас увижу какую-то ударку еще. А, стрелка, да? У него все ходят, блядь, ты понимаешь? У него просто все ходят. Кроме того, что и так сдача сильнее. У него еще и все ходят. Поэтому переплюнуть такое тяжело. Как ты это можешь переплюнуть? Палатка не сносится. Ну, вот так вот мы можем сделать, да? Ну, блин. У него все ходят, блядь, просто... Игра вообще шансов не дает. Хотя чувак играет херово, честно говоря. Но он может так себе позволить, когда все ходят, можно вообще не париться там, типа. Абсолютно можно не париться. Ну, я же говорил, что я проиграю, поэтому... Поэтому о чем тут речь вообще? Видишь, дракон ходит каждый раунд. Просто каждый раунд дракон ходит. Еще и удачка. Ну а что мы можем еще сделать? Больше ничего. Просто ничего. Ну, как я не стараюсь, ну, блядь, дракон ударка. Все, это приговор. К сожалению, это приговор. Ну, это было ожидаемо. Поехали далее. Я по раздаче понял, что у меня задница. По раздаче было понятно. Так, Даркшторм. Давай отыгрываться. Бля, там Циля. Ну, у нас драконы големы, это хорошо. Против цели это аргумент. Эта штука нам не очень. Вот это нам, да, подходит. Хотя, два меча, блин, два этих. Такое что-то всякое. Сейчас думаю. Лучше бы здесь была другая накидка, тогда бы я не думал. Ладно, пробуем волну смерти залутать. Давай пока вот эту тему, и это пока снимем. Сейчас посмотрим, будет ли волна. Кукла шамана, отлично. Есть волна. Ой, верни, да блять, верни. Все, никакой магии высокой нету, одеваем накидку. Сейчас мы должны гагу порвать. А то разочек выиграл на жирочке. Воспользовался тем, что мне ничего не сдало. Воспользовался, гаденыш. Сейчас будем отыгрываться. Так, тактика или мораль, да? Все, что мне нужно. Да, можно и деф взять, кстати. Дракон есть. Статов-то нету, хотя бы компенсируем атакой, защитой.
Чтобы нас не убили руками. Ой, хорошо-то как, хорошо. 14 будет 15. Волна будет лютая. Так, шикарный вид. Давайте, змеи. Морские змеи, так. Ифритов хватает, бэбок? Хватает, идеально. Ну, в принципе, по армейке более-менее вообще хорошо. Так, больше мы никого брать, наверное, не будем. Хотя есть всякие штуки. А хотя можем взять, в принципе. У нас сколько уже дизморали? Да. Что минус 2, что минус 3, уже в принципе не... Блин, а нахер... я не увидел, что у меня шапка. Я зря купил эспеху. Давай вот так. Забыли мы про шапку. Ну, я потратил бы эту 1000 на знания, точно не надо. Ну, купил бы больше ящеров. Ой, не ящеров, а... А, я больше бы их не купил. Я бы загрейдил бы, у меня была бы 1000, я бы улучшил бы гогов. Вот все, что я потерял. У меня обычные гоги вместо улучшенных. Я думаю, переживем эту потерю. Так, големов набрал, но... И 13 СП. То есть у него план простой, да, типа? У меня големы... Я закидаю стрелочками, я весь такой умный, весь такой красавчик. Не, нихера, дружок. Нихера. Вот просто нихера. Давай, вейт. Ага, разогнался, блядь. Время умирать. Шакал, блин. Так, подлечили. Ну что, поехали? Поразминаемся, да, дружок? Поразминаемся. На. Ой. Ой, а что теперь делать? Теперь стрелки на цели не так круто, да? Так, гениальный. Да, ёлки, гени... Беда, бедусенька, просто бедусенька. Что делать? Что делать? А нам что делать? Бегите, глупцы! Так. А мы сюда сейчас переместимся, наверх. Вау. Все-таки еще хочет меня добить, да? Я думал, он дракона будет пинать. Он что-то решил стрелков попинать. Ну, хорошо. Пинай стрелков. Так, нам надо вот эти големы выбивать в первую очередь, да?
Сейчас на палатку убить. Сюда катку, блядь. Сюда ее. Да, прикольно. Битва СП, да? 19, у меня 17. Осталось там парочка золотых. Ну, будет болтами меня херячить. То-то же. То-то же. Сюда катку, блин. Так, гага. Гага-гага. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Так, Лонис Аделаида. Блин, плохо. Надо накидку иметь. Нет накидки, поэтому надо думать. Накидки у нас нет. Так, черный шар не годится. Ну, тут такое. Вот это надо брать, да, получается. Если под молитвой удастся ворваться, то вроде ок. Да, другое все так себе. Блин, плохо, что скорости... А, мухи есть. Есть первая скорость. Теоретическая. Если правильно говорить, после фенов это вторая скорость. Фены первая скорость, мушки вторая. Но это хорошо. Это очень хорошо, что оно есть. 13.057. Нам бы тоже кольцо холода не помешало. У нас-то посильнее. Посильнее будет. Так все плохо. Ну, да я гляну, а то так... Ну дай я гляну хоть быстренько. Я быстренько гляну чисто, что в шрайнах. Меня интересует, была ли у меня вода. Если была вода, то мы катали. Ого. Нам повезло, что он сдался, да? Я пустой, как барабан. Капец. А у него что? Книга воздуха, блядь! Книга воздуха со статами. Ой. Ну ладно. Допустим, да. То есть он мог брать книгу воздуха, иметь кольцо и еще и ударку, блин. А я пустой, блин, просто пустой. У парня нервы сдали. Валес камерист. Блядь, что за дрянь такая? Что сдают такое говнище? Где, блин, нормальные эти? Ух. Где нормальные раздачи? И сразу на тебе, блин, статов немерено. Тут, правда, статов немерено, но 4 шеи, да, или 5 шей.
Я бы, наверное, антиболт лучше одел из всех шей. 14.087. Ну, вот это хорошее, но у нас есть лидерство, в принципе. Дублировать лидерство мы не будем. Есть Хостецкий и есть Берзеркер. Ну, Хоста хорошо для врыва. Ух ты, блин. А предлагают Берсу взять, да, не Хосту? Сейчас подумаю. На Фениксе, кстати, Берса хорошо. Так, осталось взять Мудрость. Так, заэкспертили. Давай атаку. И давай еще раз атаку. Ну, блин, Берс... Тут зависит от того, как он расставится. Если там будет кого-то удачно подберсерить, то вроде как и неплохо. Так, у нас восьмой. Нам да ману, конечно, у нас... Кулона не будет антиберса у него. Ну, честно говоря, все равно я не очень тут этой сдачкой доволен. Мы-то ее попробуем разыграть, но... Выглядит она так себе. Так. Ну, мечей взять, огра взять, да? Одного огра нам надо взять. Чисто подкасты. Четыре меча грейдженных. И копья грейдженные. То есть армейка неплохая. Со статами все нормально. Но, блин. Не знаю, как это будет работать. Давай вот так. Один огонь, блин, да? Можно было в воздухе тактику брать. Больше пользы было бы. Хер его знает. Могли воздух и не поймать. Валеска бывает в воду вклинится и все. Поэтому, ну, сделали правильно. Посмотрим, сработает ли. Сработает ли? Так, вроде как у него хорошо, кстати. Да, берс работает. Берс работает. Сразу две единички сносим. Можно было даже палатку снести. Так, мне надо, чтобы выжила моя птичка. Ей важно выжить. И она выживет, это хорошо. Так, пошли вперед. Так, наверное, вот этого хера будем пинать. Отлично. Снести палатку, да? Не, снести туда дерьмо надо. Не снесли пока что. Так, берсеркер. 12, да? А дальше у него первые ходят все. Ну такое, такое, да? Блять, опять под кольцом. А чё я так вот бью, блин? А, я ж дракона бил, я по-другому не могу ударить.
Просто банально не мог. Ладно, надо берсерить птичку и все. Так, дальше. Берсерим птичку и убиваем потихоньку, да? Сюда катку, да есть же. Да есть же. Хорош. На одной берсе выиграли. Ну, блин, не знаю. Совсем было не это. Ненадежный такой план, но получился. Поехали далее. Генриетта у нас. А там Даркшторм опять. Ой-ой-ой, это уже под Генриетту то, что надо. Да. Именно, exactly. Все, что мне нужно в одном флаконе. Опа, а ну-ка покажись, детка. 9855. Понятно. Ну, блядь, дай посмотреть игру. Что ты, что так... Что у нас за игрок такой, блин, что не дает погамать? Я все равно эту катку посмотрю. Я все равно ее гляну. Мне нужно понимать сдачу. Тетива. Так, воздух. Ну, честно говоря, он опять такой реснул. Ну, у меня была волна, да. Но он же мог ее и законтрить, в принципе, да. Хотя, ну, кулон здесь. Мог законтрить только этим. Ну, давай посмотрим, что там у него так плохо. У чувака опять книга воды. Книга, ну, книга воздуха, ладно, так себе. Ну и то, с натяжкой можно катать. Ну, не знаю. Что-то он у него, с нервишками у него что-то, он не верит. Не верит даже в нормально. Ждет шоколада. Вот он у меня одну игру выиграл. Когда у него был откровенный шоколад, у меня было полное барахло. Ну, вот так он и ждет следующего шоколада. У него более-менее рабочая сдача, он даже не пытается их разыграть. Просто даже не пытается. Так, Артемтих. Артемтих, поехали. Адель Риза. Так, Адель Риза. Ну, дают воду. Ну, такая хиленькая вода. Что-то поинтереснее. Ну, поинтереснее лотерейка, да? Вроде как шапка, СПшка, есть статы, есть даже анти против волны. Так, Адель, а там Риза. Либо взять лук золотой, кстати. Ну вот, один стрелок у нас типа есть. Не знаю. Может быть, даже вот это взять лучше. Куча знаний, СП, статы. Тут тоже вроде статы есть. Не, давай все-таки, да, наверное, книга воды здесь смотрится более... Там стрелка, мы хотя бы кинем защиту от воды. Что-то можно будет выдумать. Давай так. Тут слишком лотерейно. Вот слишком лотерейно мне не хочется играть. Я бы готов был бы, если был бы полный отстой, можно было бы лотерейно играть. Все-таки здесь книга воды не совсем пустая. А, ну можно было катать, да? Да, можно было катать. Шрайны офигенные. Ну ладно, ничего страшного. Так, вода у нас. Земля там какая-то, не знаю, сейчас. Интеллект.
Интеллект получается надо брать и моральку. Ну, земля не надо мне. Вот, интеллект лучше, чем земля. Давай вот эту еще тему возьмем, 10%. Блин, надо стрельбу взять. Хотя бы 5%, 10 этих. У меня артефакт как раз подходящий. Ну, там, правда, стрелков у меня аж эльф. Так что я сильно много не потерял, но... А. Геройские боги услышали мои жалобы и решили подкинуть. Так, 120 маны, давай 7 СП тогда. Так, моралька же у нас отсутствует. Плюс 1. Значит, вот так. Так, сейчас прикинем. Прикинем, можем ли мы сохранить как-то нам мораль. Вот у нас нейтральная, но минус 1 по-любому светит. Да, как ни крути, минус 1 будет светить. А что мы можем взять на минус 2000 эльфов, что ли, да? Купить пачку эльфов, 1400. Ну да, золотой лук, лучше. Лучше ты никого не купишь. Просто никак. Давай тогда, давай тогда. Они по сколько там стоят грифончики? По 80. Это 3 грифона. Давай их вот так. Вот сюда Грейджинова. А туда в толпу не Грейджинова. Так, ну в принципе. Молитва, удар, КРС. Это сильно. Тут жаловаться не на что. Так, сейчас я вернусь. Так, я вернулся, оппонент у нас уже готов. Ну, прекрасно, поехали. Готов так готов. Так, снятие мы не будем одевать. Поехали. Угу. 12-10. И взял скорость. Ну, ничего, мы скорость компенсируем. Он статов набрал, 22 боевых. У меня типа 12, но сейчас молитвой мы уравняемся. Там минус 3 морали, надеюсь, будут душить его, как положено, а не как обычно. О, Андрюха уже закончил катать, пошел играть скилл-тесты, понятно. А как же он закончил? Чуток проиграл? Понятно. Так, давай, дружок, атакуй. Кто там против нас играет, я уже забыл. Артемих. Сеньор Артемих. Атакуй. Не захотел, да? Так, ах ты гаденыш, блядь. Ну ладно, давай тогда играть с этими. Давай тогда играть, блин, без этого, без поднятия. О, жалко. 108 маны, блин, и поднятия нет. Палатку сразу нахрен.
убили нам эльфа, но ничего, переживем эльфа. Так, 136. Ну, наверное, его фена будем убивать руками. Хотя, может, и не руками. Так, долетает, да, много куда. Давай пока сюда. Главное, под дьявола не подставляемся, остальное все переживем. Давай сюда. Давай сюда на одну клеточку. Why not? Я достаю теперь. Так, подошел, типа, да, парень? Ну, давай мы снимем с тебя ответку. Так, и дадим тебе люлей. Вот так вот, хорошо. Так, он что-то решил меня не это самое, не атаковать. Ну, можем полететь, в принципе, попробовать. Прожих типа есть, да? А, вот здесь ответка снята. Ну, тут такое... Не, ответка здесь не снята, здесь прожих был. Ответка снята с Феникса, но мы его не достаем пока что. Давай так. Улетаем. Так, здесь кого? Вот этого. И вот так, да? Типа Девила своего прикрыли. И прикрыли, и закрыли. Так, он достает меня уже кругом. Это нехорошо. Ну, следующий Девил погибает. Сколько у нас там дышка? 123, да? 121. То есть надо откусить 39 от дьявола. Ничего себе. Круто, наверное. Так. Вот сейчас мы и откусим. 124 устроит. То есть Девил дальше погибает в следующем раунде. Зараза, выбил у меня тут нормально. Бэмс. Так, выбиваем это дерьмо. Ну, почти, да? Дальше, куда работаем? Надо дьявола сохранить. А, не, его же убьют, в принципе. Его все равно убьют, поэтому бьем сюда. Прекрасно, прекрасно. Да-да. До свидания, дружок. Так, 33, да, тут у нас. Сносим это барахло, вейт. Можно было молитву дать, но я уже хочу его добить стрелками всякими. Он не добьет моего фена стрелками. Как бы ему ни хотелось. Так. 65, да?
Ну, почти труп. Сюда каточку. Сюда ее. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Так, ну что, еще одну сыграем. Да будем, наверное... Будем, наверное, подзавершать. Вроде нормально откатали. Десяток игр точно откатали. Десяток железно откатали. Так, Барагус. Так, хорошо. Барагус против Дамакона. Два воина лютых. Но Барагус чуть-чуть более лютый. Но Дамакон тоже ничего. Блять, что это такое? Накидали как на свалке. Вот это будем брать, да? Три, шестерочка. СПшечка есть. Да, мне нравится. И фангармы тут есть. Ну, как бы, not bad. 7-3-6-4. Чё там скелет? Пустой? Ой, бля, льдышка. Ну, спасибо хоть за льдышку, вообще нихера нет. Сегодня шрайны прям по убожеству очень часто убогие. Или я привык к шоколаду, наверное. Я, наверное, привык к шоколаду, поэтому мне теперь так убого выглядит. Так, на мудрость брать нет смысла, там ни хрена нет. Просто ни хрена. Нам важно взять мораль. Давай, парень. Спасибо. Да есть же. Это уже, в принципе, почти победа, да? Охеренный. От кач парень не подвел. Шрайн это ладно. Шрайн и говно, но кач четкий. Даже монахи говно, но пусть. Главное, что кач четкий. Так, 13-5-7-6. Нам надо СП. СП много не бывает. Так, что у нас по войскам? Войска, кстати, тоже печальные. Только сейчас рассмотрел. Я увидел дракона, думаю, ну нормально. А вот все остальное, оно же, блин, ненормально. Вот прям не очень нормально. Все такое разнобой, еще и говно. Да, мне не нравится. Ладно, давай пытаться мораль не загубить. Плюс 2. Давай попробуем вот так. Наверное, кабанчика возьмем. С них фангармов будет просто пачка. По-моему, нормальная тема. Сколько вы там стоите? Тысяч... Да, пойдет, кстати. Кабанов будет много. И с них будет нормально фангармов. Кабаны по 25. Это сколько? 250-300. 300 хп. Супер, кстати. Супер. Это нормальная тема. Так, я больше никого брать не буду, чтобы моральку не запороть. У нас плюс один. Я могу взять этих, блин, гнолов. Или бесов. Но это ж фигня. С них даже фангармов не будет. А моральку нашу запорят. Не, не буду брать, наверное. Или взять. Кулон здесь. В принципе, ладно. Кулон здесь, то есть он не сильно может сделать. А, и вот еще. То есть минус 3. Остается только колечко там какое-то. Ой, не колечко, а маска. Остается маска на минус 1. И остается дракон костяной на минус 1. Ну, то есть максимум мы минус 2 получим. Пойдет, кстати. Можем взять этот чертей, наверное. Чтобы манны побольше было. Да. От чертей будет польза. От гнолов меньше пользы. Давай чертиков. Хорошо, я готов. Давай так. Чудик наверх с гномами. И мы здесь с этими ребятами. Так, нормально. Мне нравится. Я готов. Погнали к бою. Артемушку сейчас будем наказывать. По идее. Так.
Так, водянка, бляха-муха. А другого никого нельзя было взять, кроме водянки? Ух, блядь, 10, 11, 7, 10. Парень. Парень полегче. Чё ты такое удумал? Так, кабанчики. Ну, кабанчики, конечно, еле двигаются. Это печаль. У меня тут все еле двигаются, честно говоря. Капец, вообще не достаю ни до кого. Ладно, давай тогда как-то вот так станем. А, стоп. Вот же ж достает. Вот же ж достает, да. Хорошо, вот так лучше. Поехали. Так, там Минотавр. 150, ага. Минотавра мы не убиваем. 7 СП. Да я вот думаю, нет, дракон вейт. Нельзя, нельзя пока ходить. Ну там капец как жестко сдало. Там очень жестко сдало. Берзеркер. Блять, берзеркер неприятно, кстати. И снятия нету, блядь. Ах, черт. Просто черт. Давай тогда сюда. Снесем чудика. Блядь, нихера себе, блин, бьет мои. Ну да, 13-я атака. Блин, берс это было жестко. Я еще так подставился. Я еще жестко подставился под чертов берс. Ну ладно. Сейчас дракон отлетает, я уже понял. Ладно, мы идем всеми вперед. Нам нельзя стоять. Сейчас дракон отлетает от ответки. Охереть просто. 54. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блядь, я еще стал под прямую стрелу, что ли? Три. Блядь, чертов, блин, гений. Просто чертов гений. Стал под берсу. Ой, под берсу. Под прямую стрелу. Ну и под берсу тоже. Уже, наверное, подустал я. О, где Андрюха делся? Это все, типа, одна каточка и... Еще и проиграл ее? Непонятно, кстати. Так. 50, да? Ого, а что так больно? Дракон живет. Дело дракона живет. Блядь, чувак, у тебя минус 2. Может ты пропустил бы хотя бы разок, скотина, блядь. Вот эта тварь, блядь, не пропустила и погиб мой этот. Надо палатку, наверное, прибить. Сюда катку, сюда ее. Ну, сдача у него лютая. Я не знаю. Сдача была довольно-таки лютая. Так, а что у меня горит какое-то сообщение? Фафнер. Так. У меня что-то горит сообщение на... Блядь, на...
Где оно висело только что? Или в чате игры, блин? Что-то оно висело там, непонятно. Ладно, Фафнер Томмика. О, блядь, что за дрянь, блин? Сегодня столько дерьма выпало. Камон просто. Ну, статы типа, блядь, три доспеха. Ну, это такая история. Земля, да, что ли? Блядь, земля, да. Огонь хуже. Тут, конечно, кулончик прикольный. Ну, блин, книга земли. Хотя мало знаний. Ну, вот троечка тут будет знаний. Там интеллект, может, возьмем. Фафнер все-таки алхимик. Чуть-чуть будет качать, да? За счет этого сыграем. Больше нет, ну, не знаю, за счет чего. Ну, можно, конечно, вот эту тему взять. И типа там полагать, что там будет у меня какой-то мегаболт. Ладно, не хочу я так полагать. Оружие куча, но... Попробуем с КЗшкой отыграть. 2-3, конечно. Взять землю, надо интеллект. Сложно, но возможно. Земля, интеллект.